Всем привет! С вами Светлана. Я получала очень много просьб, запросов показать свои закрома. У меня закрома очень обширные, и как я уже в каком-то видео своем говорила, они в основном состоят из наборов Dimensions. Ну да, в основном из Dimensions. Есть и другие фирмы зарубежные, но главная моя любовь – это Dim. Мне сложно будет показать все в одном видео, поэтому, скорее всего, это будет цикл передач о моих хомячьих запасах. Ну что ж, поехали. Начнем сегодня с малышек, с мини-голдиков, которые вы сейчас видите на своем экране. Ну, обо всем по порядку. Итак, набор, но не совсем набор, а остатки от набора, которые мне подарила моя подруга Светочка. Снеговик и друзья. Очень мне он нравится. Здесь ниточки. По опыту знаю, что после отшива наборов Dim остается очень много ниток всегда. И зачастую их хватает, ну, если не на весь отшив, то на большую его часть. Но у меня запасов ниток Dim очень много, поэтому для меня проблемы не будет. Главное взять 18-ю белую Аиду. Мимишные сюжеты. Вот такие мишутки. Я очень люблю мишек, я очень люблю димовских мишек, и я очень много их вышивала уже, но у меня есть и не вышитые. Вот среди них такие медвежата. Это набор очень раритетный сейчас считается, хоть и еще уже комплектация Китай. Но его сняли с производства, и он стоит приличных денег. Называется Bear Tails. Что здесь у него такого необычного? Ну, собственно, давайте посмотрим. Канва Ivory, ниточки, ничего особенного, но в отшиве они потрясающие. Вот эта салфетка выглядит как настоящая. Здесь куча Lazy Daisy используется. Ну, мишку всегда приятно вышивать. Дизайн по картине Анны Краевски. Вот ее имя. У нее великолепные медвежата, и Dim по ним умеет выпускать прекрасных мишуток. А следующие медвежата – это уже сборка США, как вы видите. Здесь флаг, здесь нет вот этой наклейки, которая с органайзером, показывающая, что ниточки разобраны. Поэтому сразу можно определить, что набор сборки США. Да, об этом говорит и обратная сторона набора. Здесь вы видите нитки в пучке. Потрясающе красивая канва 18-го каунда, цвет беж, такой кофе с молоком. И замечательный огромный пучок ниток. Ох, как я хочу к ним приступить. Но всему свое время. Вкусняшку откладываю пока что на потом. Еще одна мимишность. Наборчик с котятами. Вот такая прелесть. У меня котят мини Дима вышта тоже. Две работы есть. Котик на ветке и отражение котят. И вот уже младший упрашивает вышить вот этих милых котят. Тоже сборка США. Прекрасные нитки. И тоже очень много. Потому что здесь идет полукрест в несколько сложений. Вот особенно в фоне на окне. В травушке, муравушке. Ну, будет красота. Очень на это надеюсь. Ну, собственно, с Димом других вариантов и нет. Теперь к нам прилетели бабочки. Бабочки, бабочки, бабочки. Оба эти набора – подарок моей рукодельной подруги, с которой мы знакомы, дружим вживую. Она практически моя соседка. Наташенька, тебе привет. Она тоже ведет канал на YouTube. «Любимое занятие» называется. Ссылочку смотрите в инфобоксе. Зайдите к ней. У нее замечательная работа, очень интересная. И вот подарки ее. Это бабочки. Вот такая потрясающая бабочка на черной 18-й Аиде китайской комплектации. Очень красивые нитки, очень сочные цвета. Здесь есть и металлик, вот этот вот уголка, да. Ну, в общем-то, супер набор. Очень-очень хочу его вышивать. И бабочка, я думаю, ее все знают. Travel Memories. Бабочка-открытка с Эйфелевой башней. Здесь уже набор комплектации США. Прекрасные нитки.
Вот видите, здесь есть металлик. В мини-голдах у Dimensions сборки США, если есть металлик в наборе, то нитки кладутся вот в такой пакетик. Внутри самого набора они в целлофановом пакетике. Вот такая бабочная красота. Сейчас немножко сфокусируется. Угу. Вот они, мои бабочки. Поехали дальше. Вот у нас солнышко выглянуло, как всегда. А, едем дальше. Пейзажи. Очень красивый пейзаж. Спокойный, умиротворенный. Morning Lake, утреннее озеро. Ну, я здесь очень люблю сами оттенки и сам сюжет уединенный. Я очень люблю такие места. Могла бы там оставаться очень и очень долго, поскольку я интроверт. Вот этот туман, переданный лиловыми, розовыми нитками. Ну, это просто потрясающе. Лодка с фонарем. Ну, размер у мини-голдиков очень маленький, 13 на 18 сантиметров, хоть и на 18 Аиде, но все равно столько деталей умеет вместить наш любимый Дим в такую малипуську. Ну, это потрясающе. Этот набор я выиграла в конкурсе на форуме «Наше хобби». Тут же очень много ниток. Нитки очень красивые. Замечательный. Еще один набор. Тоже всем известный велик Bicycle Afternoon. Прекрасный велосипед. Замечательное настроение создает. Это уже набор китайской комплектации. Очень яркие нитки внутри. А, да, как конфетка. Вот эти мини-голдики, как сладкие мармеладки. Вот возьмешь в руки и не хочется выпускать. Хочется вышивать и вышивать. Так, набор тоже достаточно известный. Dreaming of Tuscany. Ну, наверное, так, а может быть и не так. Ну, бог с ней. Прекрасный набор. Замечательный пейзаж, виноград, вино. Все, как мы любим. Ну, собственно, о нем особо много говорить не буду. Отшивов очень много. Прекрасные нитки. Ну, бери да вышивай. Еще один прекрасный набор. Маяк, который исполняет желанием, если верить вышивальным приметам. Кстати, один маяк таки из такой серии мини-голдов исполнил мое желание, причем очень-очень быстро. Ну, а этот маяк мне подарила моя подруженька Аня. Привет тебе, если смотришь. Набор комплектации Китай. Здесь потрясающие вот три вещи, которые манят, притягивают взгляд в этом наборе. Это забор, вот этот необычный. Такой гармошкой, лодка и, конечно же, сам маяк с домиком. Очень нравится. Здесь куча фрузелков будет. Ну, все как обычно. И у Дима великолепное небо полукрестовое. Чудесные оттенки. Ниточки вот здесь. Все прекрасные, все красивые, все замечательно. Еще набор с пейзажем. Вот такой Moonlight Cabin. Такая хижина. Великолепный здесь домик, он просто светится. А набор вышивается на темно-синей канве 18 каунта, и поэтому желтые, белые нитки смотрятся на нем невероятно контрастно и вот создают такой эффект свечения. Мне очень нравится вот здесь снегоступы, видите, рядом со ступеньками хижины стоят они, так здорово. Такие маленькие детали, все так классно смотрится. Комплектация китайская. Вот она, темно-синяя канва и прекрасные яркие нитки. Далее набор, который все тоже знают. Чаепитие. Такой вот Welcome Friends. Tea Time Welcome. Набор, как вы видите, по флагу американской комплектации. Я покупала его давненько. Помню, по-моему, за 500 рублей. Вот такая будет красота. Вот внутренности набора. Как я и говорила, вот в этом наборе содержится металлик. Когда металлик в американской комплектации, то используется вот такой целлофановый пакетик. Ой, красота, красота, красота. Вот. Далее, ну, всем известные на YouTube кружева и розы. Думаю, тут вообще долго говорить не надо. Все видели его в отшивах, в разном исполнении. Тут потрясная салфетка с этими французскими узелками.
Ну и, конечно же, фарфор и розы. Розы я очень люблю. Надо будет этот наборчик вышить. Здесь китайская комплектация, прекрасные нитки. Все замечательно, все на уровне. Вот следующие наборы я покупала в Леонардо. Вот такой набор, как раз до повышения цен. Стоил он 500 рублей, плюс у меня еще скидка была. Она есть сейчас, она накопительная. В общем, очень выгодно мне обошелся вот такой наборчик. Называется Amaryllis в цвету. Ну вот, Amaryllis in Bloom. Вот такая там канва прекрасная. Да, и тоже здесь есть золотая нитка, кстати, вот видите. Канва бежевая. Говорят, этот набор с производства. Но, честно говоря, по-моему, в Леонардо я его до сих пор вижу. Но сейчас там наборы стоят больше 1000, вот такие мини-голды. Конечно, они там будут лежать еще долго-долго с такими-то ценами. А вот с такой приятной ценой, конечно, было грех не купить. Тоже из Леонардо. Эти пионы. Вот я как чувствовала спинным мозгом, что будет повышение. Я прям перед Новым годом купила 3 набора там. Сейчас третий покажу. Вот он. Это гортензия. Вот. Оба они такие, ну, не парные, но по цветам прекрасно сочетаются. Здесь мне очень нравятся, конечно же, лиловые оттенки, от которых я без ума. И вот эта ваза. Вот эти вот мятные цвета. Это просто что-то с чем-то. Обратная сторона с нитками. Ну, тут с ума сойти можно, какие красивые нитки. Ах, все красивое. Да, здесь очень красивые вот в отшиве эти пионы. Французики используются. И сочетание цветов. Тут классные бленды тоже будут. Ну, в общем, здорово, здорово, здорово. Стандартный набор. Со стандартным размером 13 на 18 белые пионы. А вот гортензия. Вот это вот с французскими буквами. Вот у нее размер. Видите, 10 на 20 сантиметров, 4 инча на 8, 4 на 8 дюйма. Вот немножко такой вот вытянутый получился дизайн. Такой иногда встречается у Dimensions, хотя, как правило, я уже говорила, мини-голды у Дима стандартные, 13 на 18, большая их часть. Ну вот, ниточки тоже прекрасные, сиреневые оттенки, лиловые, зеленые. Красота. Вот, собственно, и все наборы из коллекции мини-голдов, которые у меня есть в моих запасниках. С вами, вас я с ними познакомила. Впереди нас еще ждет долгий-долгий сериал. Будет Дим Счетный крест, будет Дим Большие голды. Это будет самая большая часть, потому что именно больших голдов у меня больше всего. Ой, надо теперь все это еще снять, а потом показать вам. Ну что ж, я желаю вам вдохновения, творите красоту. До следующей серии в моем сериале. С вами была Светлана. Пока.